Здравствуйте, Андрей Широков, клуб «Природоцелитель». Вот интересный случай. Пациент пожаловался, анализы крови, значит, прошу прощения, анализы мочи, значит, там обнаружили много сахара, ну, по-видимому, глюкоза в моче. И несколько повышенная в то же утро была глюкоза в крови. Опять же, это называют сахар в крови, но там не сахар плавает, а это измеряют как бы глюкозу, скорее всего, да? И ну, когда мы стали разбираться, ну, в конкретном момент, когда человеком мы разговаривали уже на консультации, ну, никакого как бы криза по глюкозе в крови уже не было. Просто вот в то утро, когда человек как бы это сдавал, у него, да, скажем так, были проблемы, и мы посмотрели там на фоне чисток, ну, человек занимается и усиленной нашей фитотерапией, применяет вовсю вот специально нашу гомеопатию, причем не в тех дозах, которых я советую, там идет перекос, то есть перебор. Слишком сильная провокация очищения. Я как раз не рекомендовал так идти таким темпом, хотя, сознаюсь, я шел именно вот таким темпом, если даже не сильнее. Вот. Ну, и при этом я никого не прошу повторять именно свои, ну, не то чтобы ошибки, а какие-то безумства. Так вот, у человека проблемы с фильтрационной способностью почек мы увидели. И, по сути, почки из-за усиленной чистки внутренней среды повреждены солями были и некротической массой клеток. И вот эти повреждения привели к нарушению фильтрационной способности в почках. И таким образом в мочу стала попадать как бы вот глюкоза. То есть неправильно идет фильтрация и из-за повреждения. Это важный маркер. Ну а то, что там в крови там было совсем чуть-чуть, может быть, на верхней границе нормы. Вот эта глюкоза в крови, опять же, это показатель просто такого криза очищения, потому что, ну, там организм у человека уже все-таки в определенном возрасте, и на токсикоз идет реакция какая? Это значит выброс адреналина, за ним идет как бы увеличение, то есть расщепление гликогена собственного с выбросом вот глюкозы своей собственной в кровь, да, то есть для того, чтобы спасать от гипоксии клетки. Плюс к этому может быть и повышенный тонус сосудов, то есть какой-то небольшой скачок давления, опять же для того, чтобы протолкнуть в клетку питание кислород. То есть это спасаемся от гипоксии. Именно гипоксия клеток, то есть удушение как бы клетки, да, вот ведет к такому стрессу. А стресс ведет к гипоксии. Там замкнутый круг. Поэтому нервничать тех, у кого давление и так называемый сахар в крови, нельзя. Ну, чтобы не нервничать, такие люди как раз начинают есть много сладкого, чтобы как-то дать сладость жизни. Но сладкое не фруктовые углеводы, а едят всякие пирожные, мороженые. А они гадят печень и вызывают еще больше токсикоз. И вот опять пошел диабет второго типа и гипертония. Ну, дело не в этом. Вернемся обратно вот значит, к такому кризу очищения. Что мы подобрали из фитотерапии? Это бархат амурский. Несколько месяцев его хорошо принимать. Он снижает мгновенно. Вот экстракт, правильный экстракт бархата амурского. Просто ягодка, я не знаю, как работает. Именно профессиональный экстракт снижает мгновенно потребность клетки в кислороде, в питании, то есть в метаболизме. И уже криз очищения уже не так будет сильно как бы выбивать. Хотя почки здесь, конечно, нужно поберечь. Ну, еще плюс расторопший овес. Есть такой вот экстракт. И опять же, это СО2 экстракты. Это специальная экстракция, ни спиртом, ни водой. Это очень-очень концентрирует, получается,
высокая концентрация без растворителя. Расторопший плюс овес мягко стимулирует очищение клеток, печени, выделительных систем. Очень мягко, хорошо работает. Тоже рекомендую принимать 2-3 месяца. Причем можно принимать, например, по 3 капсулы только с утра. Либо по 2 капсулы утром, 2 капсулы вечером. Но не менее 3 месяцев, а лучше даже дольше. То есть тут маленькими дозами, но дольше. Да? То есть поддержка идет такая. Это хорошо работает. Еще хорошо здесь, например, лиственница сибирская подсочка. Здесь она работает как антиоксидант, улучшение лимфотока, снижает тоже как бы вот нагрузку по клеткам, снижает вот эту вот реакцию на токсикоз. Токсикоз будет продолжаться так долго, пока будет вымываться старое. Андрей Широков, клуб Эйфлер, правда, целитель.